Всем привет! Продолжаем знакомиться с картинами художников. Сегодня я познакомлю вас с работами Корнелис ван Пуэленбурга, голландский пейзажист и рисовальщик. Я пользуюсь Википедией переводной, возможно, будут какие-то нестыковки в ударениях. Перевел я гуглом. Корнелис был ведущим представителем первого поколения голландских пейзажистов, работавших в Риме в начале 17 века. Был известен небольшими картинами, изображающими итальянские пейзажи с маленькими фигурами, разыгрывающими библейские или мифологические сцены или каких-то определенных современных одежд. Место его рождения неизвестно. Подписанный документ сохранился в Утрехте, где он числился шестилетним мальчиком и сыном Симона ван Пуэленбурга, католического каноника Утрехте. Первоначально он тренировался в рисовании с Абрахамом Бламартом. Его самые ранние подписанные картины датируются 1620 годом. Путешествовал в Рим, находился под влиянием Адама Эльшаймера, стал одним из основателей общества, в основном фламандских и голландских художников, но работал в Риме. Был вызван в Англию английским Карлом I, для которого он делал небольшие шкафы. Через некоторое время вернулся в Утрехт, где и умер всего через несколько лет после своего старого учителя Авраама Блумарта. Его самыми важными и успешными учениками был Даниэль Вертанген, Ян ван Хенсберген, ну и так далее. Здесь идет перечисление его учеников. И, как я уже сказал, он писал в основном небольшие пейзажи с мифическими или религиозными фигурами в стиле, который позже проявился в некоторых произведениях Клода Лотарингии. Его ранние работы похожи по стилю на работы Бартоломеуса Бринберга до такой степени, что их картины иногда трудно отличить друг от друга. Ну вот очень мало информации об этом художнике, но зато вот есть работы, поэтому сегодня мы посмотрим работы Корнелиса ван Пуэленбурга. Все, пока-пока, до свидания.